Поймал! Всем привет, друзья! С вами Закупыч, и это новиночка, новый хит 2021 Power Packs. Это игры, можно сказать, настольные игры-челленджи. Можно бросать челленджи своим друзьям, блогерам, кому угодно. В общем, ссылочка на все это будет в описании. Давайте начнем распаковку с маленьких и потом до больших дойдем наборов. Вот самый маленький стартовый набор. И, друзья, сейчас проходит конкурс по ссылочке в описании на сайте Power Packs. Нужно выложить видео в социальных сетях с хэштегом Power Packs вызов. И вы участвуете в конкурсе. Первые победители будут 15 марта. И так далее. Каждый месяц будут конкурсы для всех, кто купил себе вот такую игрушку. Поэтому ссылка, где купить, ссылка, где посмотреть конкурсы, посмотреть другие обзоры от блогеров, будут в описании. Так что присоединяйтесь. Начинаем распаковку с обычного стартового набора, с самого недорогого, чтобы войти в эту замечательную среду обитания Power Packs. Итак, могут выпадать нам редкие диски. Они называются фишки-флипы. Также еще есть устройство для запуска, лаунчер. Вот так выглядит лаунчер, обычный лаунчер. Есть еще лаунчеры крутые, но о них позже расскажем. Здесь видите брендовское указание. Также вот коллекционная бумажка, в котором указано, какие супер редкие, какие редкие. Все про игрушку здесь написано, рассказано, покажено. Power Pack Snap, есть типа Sport, Bots, ого, сколько их, слушайте. Это надо будет разбираться. У меня вот первый — это инопланетный. Летучая тарелка номер 45. Итак, летучая тарелка, 45 номер. Это Power Cosmics. У меня космическая серия выпала первая. Далее идет зелененький он был. Это инопланетянин, по-моему. Номер 36. Это Power Beasts. Это комонки все. Да, а пока обычные. Желтенький вот такой злодеешь. Кто это? Номер 35, Power Beast тоже. Это инопланетянина. Еще один инопланетянин, по-моему, 38. Да, вот он нарисован с зубами. И последний оранжевый, номер 02. То есть можно еще собрать всю коллекцию. Видите, вот такое солнышко, Power Snacks написано. Power Snacks. Итак, как же они работают? Накрываем их крышкой. Накрываем. Вау! Ничего себе! Ничего себе, вы это видели? То есть все, что нам нужно сделать, это мы ее переворачиваем вниз. То есть поняли, какой механизм у нее работает? Она выгибается, фишка, вот так выгибается, и потом принимает свое... Опа, видите? То есть они даже с рук у меня могут запускаться. Я просто их выгибаю. Опа! Проходит где-то 1-3 секунды. Также мы ее можем поставить на стол. Накрываем сверху пусковым... Ого, быстро. Накрываем сверху пусковым механизмом. Вау! Ничего себе! Ну-ка, подождите. Ее можно накрыть, потом запустить ее. Вот она подлетела. Вы это видели? Так, ну-ка, надо тренироваться. Это надо тренироваться. Вот я ее... Слушайте, это надо снимать замедленной съемки. В общем, как вы поняли, это незамысловатая игра. Напоминает фишки-битки, знаете, когда раньше били, только это теперь летающие фишки-битки. И первый челлендж — это попробуй поймать Power Packs в полете и забирай еще ее себе. Кто поймал первый, того и фишка. Ну... Опа, я поймал. Видели? 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 Вот это ловкость. То есть фишки-флипы, они вообще клевые, простые и незамысловатые. Давайте теперь распаковывать систему хранения Power Packs. Написано Rare Disc. Под, типа, должен быть редкий, да? Один. По-моему, здесь должен быть редкий один в комплекте. Давайте начинать распаковку. Я ножичком своим распакую. Хотя тут, наверное, есть где поддеть пальчиком. Не вижу. Наверное, есть, но я не вижу с первого раза. У меня тут просто очень яркий свет горит для камеры, чтобы замедленную съемку снимать. Поэтому, опа, могу что-то не заметить. Итак, распаковка. Вот система хранения для этих дисков — это полезно. Я рад, то, что производитель об этом позаботился. О, вот здесь открывается. Ага, я уже вижу, что это и система хранения, и... лаунчер, видите, вот сверху, вот это лаунчер здесь находится, он вот так открывается, место есть для фишек, видите, свободные места, то есть сюда еще зайдет один стартовый набор. Power Packs, а кто это вообще делает, тут не написано?
Голиат. Голиат. Кто это? Непонятно. Ладно. Эти штуки можно купить и в детском мире, и на Валберисе, они везде продаются. Опять же, коллекционная бумажка, по-моему, точно такая же. Она одна идет универсальная на всех. Ну и давайте смотреть, кто же нам выпал, выпадут ли у нас редкие. Повторками давайте будем меняться. Есть у меня повторки? Так, пока я повторок не вижу, в первом наборе было 5 штук. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. Номер 34. Это инопланетянин. Номер 05. Снакс. Это еда. Номер 22. Напоминает робота с покеболами. Такое ощущение, что сейчас Пикачу оттуда выскочит. Это Powerbots. Боты. Трансформер. Номер 20. Вот такой кусочек. Что это за такое? Боты. Это тоже боты. Номер 10. Power Sport. Это мяч, что ли, баскетбольный? Не могу понять. Похоже на мяч. А вот и редкая. Смотрите, как и обещали, номер 47. Это редкая, вот такие метеориты летающие. Номер 19. Вот такой это аквалангист, да? Напоминает аквалангиста Powerbots. Номер 30. По-моему, у меня таких еще не было. Это Power Creatures. Creatures. Вот. Это осьминог или кто это? Nautilus. Номер 11. Что это за бублик? Это сиденье на от унитаза похоже. Power Sport. А, это скейт. Это доска для скейта. И номер первый мне выпадает, напоминает пиццу инопланетянина. 01 Power Snacks. Какой ты инопланетянин, серьезно. Одна редкая пока у меня есть. Давайте я редкую сразу отложу, потому что редкими будет играть поинтереснее. Возможно, они прыгают по-другому. Возможно, у них механика отличается. Давайте вообще посмотрим, отличается редкая от обычной. Мне кажется, она из более какого-то плотного пластика, и, наверное, она будет выше подпрыгивать. Но на ощупь она как-то поплотнее ощущается. А так абсолютно одинаковые, то есть ничем не отличаются. И здесь, видите, номера 1, а и здесь 1, это, наверное, первая серия. Наверное, еще выпадет, скоро будет выходить вторая серия, опять же, если вам такие штуки понравятся. И система хранения. Давайте посмотрим, как они хранятся. Также этот стаканчик можно использовать для игр, для челленджей, для различных. Мы их просто сюда накидываем, как зря, смотрите, хоп-хоп-хоп, накидал. И теперь у меня уже две системы запуска есть. А, нет, смотрите, сюда много влезет. Я думал, сюда сейчас вот эти влезут и все. А сюда еще один набор влезет. Наверное, все мои фишки даже сюда зайдут. И потом закрываем их. Хопа. Так, ну давайте попробуем новым лаунчером запустить нашу суперредкую, ультраредкую. Так, наоборот, вот так переворачиваем. Так, хоп. И... Воу! Прям мне в руки прилетело, смотрите, вот она. Эх, она белая, особо не видна. Слушайте, а ведь можно еще играть, типа, перевернется, не перевернется, да? Ну, пойди на стол, пожалуйста. Нет, не хочет он на стол падать, но она перевернулась. Она перевернулась маслом вверх. Так, ладно, давайте теперь смотреть следующий набор. Следующий набор у нас, опять же, смотрите, есть диск редкий. Это с пускалкой особой. Это набор с особой пускалкой, которая пружинная. Называется набор с нажимным лаунчером. Инструкция по запуску сзади нарисована. Но я вам и так все покажу, вам инструкции не нужны. Мы вам все сейчас покажем и расскажем. Мы, кто? Я и мое второе, и мой воображаемый друг. Коллекционная бумажка точно такая же. Все как обычно. Да? Да, все те же самые. Вот он, лаунчер с нажимным механизмом, с пружинным. То есть он сразу же нашу фишку и выдавливает, и запускает. Я правильно понимаю? Так, и фишечки. Здесь в наборе 1, 2, 3, 4, 5. 5 фишечек. Давайте смотреть, кто нам выпал. Номер 44 – это космические станции. Космик версия. Номер 40 напоминает редкую. Да, это супер редкая. Это супер редкая. Друзья, это вот такой инопланетянин. И видите, здесь написано супер редкая. Вау, вау. Слушайте, а черненький, он даже прикольный. Он такой на ощупь, знаете, как матовый. Те были все глянцевые, а это как будто бы рисунок на нем выдолблен. Прикольно было бы, если бы они еще светились в темноте, потому что у него такая раскраска. И есть, смотрите, ультраредкие. Интересно, выпадет нам сегодня ультраредкая. Это кобра и радиационный знак. Типа опасность. Далее идет 29. Акула. Номер 25. Где он у нас тут? Вот он, сердечко. Креаторас, опять же, напоминает орла. И номер 19, вот он, подводник. Он у нас уже был, да? Это у нас повторка. Вот, кому надо повторка, давайте меняться.
И остается нам протестировать, как она летает. Давайте обычные я отправлю в систему хранения. Так, повторка у нас будет отдельно лежать. Так, система хранения у нас тут все складывается. И как тебя запустить? Вот так. То есть вот я загружаю ее сюда. Зажимаю. Эх, друзья, вы этого не видели? Она на полу сейчас перевернулась. Как вам это показать? Слушайте, это вообще приколюха. То есть, видите, я загружаю. Вон он там у нас сидит вверху. Хопа, я его зажал. Давайте вот так, наверное, сделаю, чтобы он уперся во что-нибудь. Видите, он... Я поймал. Слушай, вот это приколюха. Ну-ка, если вот так. Если, к примеру, его ждет препятствие... Ага, он перевернулся, смотрите, от удара он перевернулся и поэтому не взлетел. Так что еще это надо учитывать. Вот, сейчас он чуть-чуть. Это сложно. Вау! Сейчас он сразу же подлетел, вот это да! Так, пока у нас все редкие лежат на полу, теперь у нас остается последний набор. Это набор с челленджами. Это челлендж для ваших друзей, видите, челлендж-пак, опять же, супер редкий должен быть в наборе. Здесь, видите, в комплекте есть специальный стакан. То есть под этим стаканом может она проезжать, может в него упираться и в него запуляться. То есть нужно нам именно, видите, аккуратненько нажимать, подождать 1-2-3 секунды, отпускаем. И нужно стаканом его поймать, то есть не рукой, а именно в стакан. Интересное решение. Есть еще огромный набор, опять же, если будет много лайков, если вам интересно видео про эти штуки, я куплю еще есть большой набор с ареной, еще есть арена для них. У меня, к сожалению, арены на обзоре нету, но я видел на ютубе, иностранные блогеры с этой ареной снимали, можно у них посмотреть. Так, здесь даже есть цель, о, это нужно нам запустить так, чтобы попасть именно в 50, в 120 очков. То есть 100 это вот этот круг, 50 в середине и 20-10. Интересно. Так, в наборе, давайте смотреть, какие фишки в наборе. Вот стакан, куда их нужно ловить. И пусковой механизм еще один, вот этот пружинный. Пружинный лаунчер. Так, все, на этом нам больше тут ничего не понадобится. Коллекционная бумажка также была внутри упаковки. Давайте смотреть, кто... О, опять повторка. Смотрите, опять этот аквалангист у меня повторка. Убираю его. Космические станции, опять же, повторка. Убираю. Ракета, что-то новенькое. Это номер 42. Вот она. Это космик серия. Убираю ее туда в коробочку. Номер 46. Рядушком. 40. Вот. Это Сатурн, да? Я правильно... А Сатурн сейчас является планетой или не является? Вот я не помню. Там какую-то планету сказали, что она является, потом не является. И супер редкая. Это шар для боулинга или шар с предсказаниями. А нет, это... Ну да, шар для боулинга, да? Правильно? Номер 16. Вот он. Супер редкая. К сожалению, ультра редкие нам сегодня никакие не выпали. Но по редкости уже неплохо. А как играть в эту цель? То есть ее нужно положить где-нибудь на столе. И чтобы туда упала фишечка. Да, к примеру, так. Потом запускаю вот сюда ее. Написано, подождите 2-3 секунды. Потом вот так запускаю сюда. Ну-ка, подлетит она сейчас? Смотрите-ка, она не выпрямляется почему-то. Чё с тобой? Будет прикол, если она сейчас стрельнет потом. Пускай... Она стрельнула! Она стрельнула, и вот она. Эх, это было долго. И также можно их запускать вот в эти стаканы. Типа, кто больше набьет в стаканах фишек. Так. Давай. Смотрите, черная, супер редкая, и она очень-очень долго запускает. Эх, я не попал, но она попала на десяточку. Вот сюда она упала. То есть так можно играть с друзьями. Ну что, я предлагаю сейчас поставить камеру по-другому и поиграть. А стаканчик в стакан я убираю все свои остальные фишечки. Так, вот так их закрываю. Хоп. И пускай они тут хранятся. Смотрите, у меня полный стакан. Я предлагаю играть редкими и повторками сегодня. Итак, друзья, у нас сейчас семейная битва. Я против Валюши. Так, Валюша.
Давай. Я тут. Ты готова? Давай, сейчас будем запускать. Но это, я вам скажу, сложно, это нужно тренироваться. Мы запускаем вот эти пружинными лаунчерами, они самые прикольные, на мой взгляд. Так, подожди, они еще не раскрылись. Ой! Так, у меня улетело мимо. Так, запускаю, я желтенькую запустил, опять мимо улетело. Они улетают? Это надо прямо, я не знаю, один из десяти попадает. Опа, мимо. Так, мой еще не подпрыгнул. Ну нет, так нечестно. О! Нечестно, но сработало. Так, а я запустил под одного. Да что ж такое? Мы столько всего запустили, и никто не попал. И у меня один улетел куда-то, неизвестно куда. Ай! Можно прям так, можно прям с руки. О, давайте попробую с руки запустить. Не, с руки не получается. Ну-ка, надо с какой-нибудь твердой поверхности. Вот так. Ну. Видела? Видела. Вот это приколюха. Ну-ка. Попадешь куда-нибудь? Эх, чуть-чуть. Во, челлендж. Попади с руки в стакан. Ну-ка. Я уже понял, как они летят. Вот, оп. Не, не получилось. Опять не получается. Так, ну я предлагаю на этом закончить обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надо тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться, чтобы хорошо у вас получалось запускать их. Ссылочка на сайты, где их купить, можно в описании. Участвуйте в челленджах. Всем пока-пока. Ну что же, а я передаю челлендж следующему блогеру.